Всем привет! Меня зовут Марина, и я работаю в пресс-службе аэропорта Пулково. Каждый день мы получаем от вас множество вопросов на тему, как добраться до аэропорта, как пройти регистрацию, можно ли взять с собой в ручную кладь шампунь, гель для душа, другие жидкости. Понятно, что каждого путешественника интересуют такие вопросы, и именно поэтому мы решили снять для вас серию обучающих видеороликов, где вы узнаете, как пройти все предполетные формальности просто, быстро и с комфортом добраться до своего самолета и начать путешествие. Уверены, что наши ролики будут полезны как и опытным путешественникам, так и тем, кто полетит на самолете первый раз. А где самолете какой-нибудь надо запулить? Есть бумажный самолетик? Ладно, можешь сделать так, чтобы появился в виде такого, знаешь, облачка логотипа, я его так размываю. Это реально сделать? Серьезно? Да? Давай, я вот так вот.